Здравствуйте, друзья! Вы на канале Ирина Красовская. И сегодня я хочу вам показать результаты моей работы по посеву семян эвостомы. Кто смотрел мои фильмы, 23 декабря я высеяла семена эвостомы в трофяные таблетки. Ну что же, давайте вот посмотрим. Сегодня у нас 7 января. Я открываю свои мини-теплички. Ну и давайте посмотрим вот результат. Посмотрите, очень хорошо видно. На некоторых таблеточках очень хорошо взошли семена. Очень хорошо. Вот 4 семечки выложены, 4 семечки и взошло. Ну, я так просматривала их, конечно. Я беру лупу с подсветкой и рассматриваю, сходят ли еще семена, те, которые вот как бы явно видно, что нет зеленых ростков. Но семена наклевываются, возможно, они еще прорастут. Время как бы есть. Как я вам говорила, что семена эвостомы могут всходить очень долго. Даже около 3 недель. Так что не спешите. Хорошенько просматривайте свои семена. Конечно же, как я говорила, что надо обязательно создать им условия. Условия такие. Лучше всего, конечно, семена эвостомы высаживать в торфяные таблетки. Потому что в них очень хорошо поддерживается влага. Не закисляется почва. Опять-таки же, обязательно нужно соблюдать температурный режим. Температура желательно должна быть не ниже 21 градуса и не выше 24 градусов. Свои таблеточки я уже не поливала 2 дня, поэтому я сейчас вам покажу, как я их проливаю. Всходы я не опрыскиваю, потому что они еще очень слабые. Цветочные вот ножки там у них очень-очень тоненькие. Если начнем опрыскивать с пульверизатора, то всходы могут просто упасть. Ну что нежелательно, конечно. Поэтому я всегда пользуюсь для полива. Я вам покажу сейчас. Спринцовка, обыкновенная спринцовочка, чистая. Вот. И я проливаю свои всходы вот так вот между таблетками. Таблетки возьмут влагу столько, сколько им надо. Если вы случайно прольете воду лишнюю, то, конечно, ее надо убрать. Убрать можно тем же самым способом, спринцовкой, или промокнуть бумажной салфеткой. Поливаю совсем немного. Вода очень хорошо в таблетки впитывается. Водичка должна быть теплая. Вот, пожалуйста, если вы будете соблюдать такие рекомендации, то со всходами семян и эвостомы у вас не будет никаких проблем. Конечно же, чтобы семена и эвостомы хорошо взошли, надо им парниковый эффект. Для начала я закрывала свои мини-теплички пленкой и регулярно их проветривала. Теперь, когда всходы взошли, я уже могу пользоваться крышками от этих тепличек. Ой. Так вот. Как вы видите, есть отверстие для того, чтобы лишняя влага испарялась. Ну что же, ждем дальше.
Как я вам говорила, что всходы и устомы очень долго растут. Поэтому набираемся терпения, ждем, когда уже выйдут два, хотя бы два настоящих листка этого растения. И уже тогда будем смотреть по их состоянию. Можно ли их будет пересаживать уже в грунт отдельно, в ячейки или приготовленные горшочки с землей. И уже будем дальше контролировать. Вот. Ну, а я желаю всем удачи. Вы были на канале Ирина Красовская. Мои семена и устомы зашли. Всем удачи!